А школьнику из Усолья-Сибирского срочно нужна операция. 8-летний мальчик живет с 2 отверстиями в сердце. Кардиохирурги все сделают бесплатно, но специальное устройство придется купить самим. Вести Иркутск продолжают совместную с Русфондом акцию помощи больным детям. Компьютерные игры вместо футбола и плавания. И мама теперь не против. У 8-летнего Кирилла врожденный порок сердца, который с каждым днем становится опаснее для жизни. Голова иногда кружится. А еще что? Бок колет. 5-миллиметровое отверстие в сердце врачи обнаружили у Кирилла, когда ему был месяц. Со временем оно должно было затянуться. Каждый год мальчик обследовался в больнице, и дефект действительно стал меньше. Но недавно самочувствие ребенка вдруг резко ухудшилось. Он с трудом поднимается по лестнице, задыхается, устает, иногда прихватывает сердце. Оказалось, отверстие не только увеличилось, появилось еще одно. Он стал как слабеть, у него состояние такое, он стал вялость, у него стали, мы почему еще заметили, у него стали синить губы. Он когда еще был маленький, вроде как-то, ну как все дети, играл, все вроде незаметно стало. Сейчас Кириллу нужна срочная операция. Исправить дефект иркутские врачи собираются с помощью специального импланта – окклюдера, который закроет все отверстия в сердце. Сама операция бесплатная, но устройство должен приобрести пациент. Оно стоит около 240 тысяч рублей. Для мамы Кирилла это большая сумма. Она швея, воспитывает сына одна, а зарплаты, говорит, едва хватает на жизнь. Я воспитываю ребенка одна. Сама я сирота. Помочь мне некому. Часть средств уже собрана. Не хватает 180 тысяч рублей. Помочь выздороветь Кириллу Ларионову можете и вы, отправив сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость СМС 75 рублей. Наталья Саликова, Андрей Воробьев, Вести, Иркутск.